Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам мод, а точнее новогодний мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, этот мод добавляет нам новогодние вещи. Самая первая вещь — это у нас елка. Вот так будет она у нас выглядеть. Дальше у нас идут часы, которые стоят, наверное, почти в каждом старинном доме. Вот так они выглядят. Дальше у нас добавляются новые виды досок. Также в этом моде присутствует так называемый маяк, который есть в Майнкрафте на ПК. Также нам, вот как видите, наверху выходит, также нам добавили свечи. Один вид свечей, но выглядит все прикольно. Скачивайте и оценивайте этот мод. Вот. Также нам добавили еще некоторые украшения для нашего дома. Это такие, так сказать, некие камни для дорожек. Вот можно так украсить. Будет все красиво выглядеть. Ну, может, кому-то и не понравится, но мне все нравится. У меня всегда все нравится. Вот так. Маленько не то. Все. Так, а нет, еще наверху. Ну что ж. Вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.